все. Ага. Хочу показать, как делаем ложную резинку. Берем наборную линейку. Выводим в работу две иглы через одну. Так, ложную резинку я вяжу вот с такой резиночкой, с спандексом. Вот и хочу показать вам. Такая. Подобрала ниточку. Это у нас идет первый ряд. Машинка наша постиралась. Или наоборот. Так, я же... А что тут у меня получилось? Ну ладно. Провязался. Так, берем отвес. Где наши отвесики маленькие? Большие только. Нет. Ну вот, нашла еще одну такую. Так, тут исправить надо. Так, сделаем. Вешаем отвесики. Ниточка пуховая, красненькая. Что у нас тут получилось? Я просто не повешала. Так. Она у меня. Резиночка с ней получается эластичная такая. Но это я вам показываю ложную резинку. Потому что машина однофортунная, она резинку не вяжет. Что-то туго идет. Так. Это же на шестерочке. Ну, пуховая нитка. Не любая машина любит ее. Слышим, что 8 рядов провязалось. Обычно через 8 рядов отвесики. Перевешиваем тут что-то. Резиночка спандекс, она такая, не, как сказать, цепляется. Она такая, туго вон идет. Во, вон в чем дело.
равно вот пошла легко. Не хотела. Так как мне вам передать-то это полотно? Это надо заканчивать. Ну вот, могу даже показать, вот она так тянется, вот. Ну ладно.